Моторола, украинские СМИ сообщают о том, что ты погиб в боях за аэропорт. Как ты считаешь, так ли это? Нет, сейчас 8 октября 2014 года. И к ихнему сожалению, я еще не погиб. Мы продолжаем сражаться, оборонять аэропорт. И думаю, что в дальнейшем так и будет. Что-то еще хотел ты, наверное, добавить? Привет передать. Им это, как бы не только им хотел передать, а хотел передать общественности, чтобы особо внимание на украинские СМИ не обращали, потому что они лгут. И вот сегодняшнее интервью тому это подтверждение. А как ты думаешь, зачем надо такие сообщения давать? Это о чем свидетельствует? О том, что у них дела плохи в районе аэропорта или, ну, или как? Ну, скорее всего, для того, чтобы поддержать боевой дух тех бойцов, которых они сюда отправляют, которым говорят, что Моторола погиб, Гиви там, возможно, ранен, там, то, что все нормально, то, что они, мы с ними бодаться не будем, то, что наше подразделение на износе. На самом деле мы боеспособны, ведем бои, мы себя чувствуем хорошо, обороняемся. Да, сейчас, как ты сказал, ведется оборона аэропорта, тех позиций, которые здесь заняты армией ДНР. Но, тем не менее, ведется, даже сейчас мы слышим, ответный огонь, чтобы понимать, куда, по кому и пытался ли противник прорваться или пойти на штурм, чтобы отбить потерянный уже объект. Сегодня мы вели огонь по месту сосредоточения противника, где они сгруппировались, откуда ввели огонь со 120-го миномета, выставили несколько единиц бронетехники в направлении наших позиций. Собрали забор для того, чтобы беспрепятственно сюда проникнуть. Но мы их нашли, обнаружили и частично уничтожили. Со стороны Песок это было? Это между Песок, между Песками и Авдеевкой. Вот они из-за этого очень сейчас сильно разозлились, то, что мы их все-таки нашли, где они прячутся и откуда они хотят вести центр подвоз. И сейчас начинают обработать территорию аэропорта. Все, спасибо, Николай.